Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, я смотрю, меня сбросили до Лиги Мастеров 2 звезды, а может быть даже 1 звезда. Сейчас посмотрим. Нет, ребят, пока 2 звезды. И я сразу же начинаю, ребят, поединок. Потому что сегодня на работу мне буквально через 3 часика. Вот. И мне нужно еще попробовать отдохнуть, успеть. Ладно, не суть в этом. Суть в том, что нам нужно сейчас сделать так, чтобы мы оказались в Лиге Мастеров 1 звезда, точнее 3 звезды, и при этом быть в топчике. Сложная задачка. Сложная, но выполнимая. Откатов, если не хватит, мы сможем с тобой купить. А почему? А потому что, ребят, конец недели у нас. Вот так вот. Вот тебе и весь ответ. У нас конец недели, нам нужно с тобой разруливать все это дело. Так, сегодня у нас, если я не ошибаюсь, по-моему, суббота. Или даже воскресенье. Не, по-моему, сегодня воскресенье, ребят. Вот, и завтра уже будет понедельник. Не знаю, если я после работы успею, ребят, встать, то буст должен быть. Если же не успею, то сам знаешь, что у нас будет. Недобуст называется. Раз, два. Меня сейчас другой интересует. Сможем ли мы дойти с тобой до топчика? Или все-таки не сможем? Мне хотелось бы, конечно, но вот как карта лежит. Так, Майки тоже усиливает команду своими танцами, шманцами, зажиманцами. Так, давай торнадо, снимем с них все их не... Слушай, а вот здесь не сняли почему-то, ребят, баф. Так, ага. Неужели шваркнет? Донни выжил, красавчик. Давай-ка лучше мы хильнемся на всякий случай. И добиваем. Упс. И добиваем такой, да, самоуверенный. Фиг там. Он сказал, никаких добивок тебе, Рэй. 46 место. Слушай, что-то очень как-то мы... Двигаемся очень-очень, ребята, медленно. Очень медленно, понимаешь? Прям неимоверно, как медленно. Слушай, Донни, Армагон и Раф. Я думаю, наверное, они справятся здесь. Попробуем. Эх, попытка не пытка. Давай начнем, наверное, с нашего... Камня, вулканы. Вулкана. Какой вулкан, или ты о чем? Камень, астероид. Ну, называй как хочешь. Так, и... Ну, тут, конечно, хитро придумано. Давай я все-таки, наверное, в провокацию возьму, если не успеем. Я думаю, Рафаэльчик нас прикроет. А, уже не надо. Уже не надо, Донателло справился. Итак, с 46 на 36, да? Значит, 10 ступенек мы всего лишь проходим. Получается так, 10 ступенек. Значит, здесь возьму маузеров. И, наверное, Ваню мы знаем. Этого, так сказать, медленного чепушилку. Он медленный, да, ребят. Есть торопыги, такие как Рафаэль, а есть медленные, такие как Ванька Тестеранка. Поэтому в наших, как говорится, условиях лучше брать торопык. Ну-ка давай. Тыч, готово. Хлопнул, как говорится, всех одной плюшечкой. Итак, переходим мы на 26-ю позицию. Так, 17-24. Ну, 17-24 это, ребята, максималка, которая может быть. Меня больше интересует другое. Мы как будем с тобой? Опять Крэнк Маузер или Маузер плюс Леонардо? По 2 отката будем тратить. Скоро. Или Армагон. Армагон Маузер и самый оптимальный вариант. Да иди ты в баню. Что ты делаешь, эй? Я в шоке. Ксивер Монтес и Эйприл еще как-то уцелели после ульты от Микеланджело.
Так, 16-я позиция должна быть, по идее. Но у нас 15-я получилась. Хорошо. Так, ну что, беру Шреддера, Слэша. Вдвоем-то они должны будут затащить здесь. Тем более, Супер Шреддер сделает, соответственно, постепенный урон. Повесит. Может быть, не всем, конечно, но хоть одному-то повесит. Трем повесил. А тут даже не надо, Слэш добьет все-таки. С такой, ребята, булавой у него должен быть удар, вот эта ульта, мега мощная просто. Просто мега мощная. А она почему-то у него слабая. Ну что же, вот, в принципе, ребята, близится наш развезон. Ну, я в плане тому, что мы сейчас перейдем на 3 звезды. Ну, даже если мы до топчика не доберемся, все равно мы остаемся в Лиге Мастеров 3 звезды. Сколько я не играл? 2 дня, да? За 2 дня меня скинули, ну, 2 звезды, 50-е место было, да, по-моему? Ну, не очень, как говорится, круто меня сбросили, так что, ребят, терпимо это все. Даже если мы здесь с тобой полтинчик возьмем на Лиге Мастеров 3 звезды, то считай, к завтрашней серии мы с тобой, ну, может быть, будем где-то на 5-й. 6-й позиции. То есть все равно удержимся. То есть мы все равно удержимся. Ну что, давай, Армагон плюс Кужеголовый. Откат, еще раз говорю, ребята, если что, мы купим. $250 стоит откат. Кто-то говорит: Рэй, а купи, пожалуйста, пак в магазине. Друзья, давайте зададимся таким вопросом: зачем мне его покупать, пак в магазине? Персонажи, как ты видишь, у меня все открыты. Практически все прокачаны. Для чего пак? Вот скажи мне. Чтобы просто в никуда слить доллары, которые так легко тебе не даются. Так что я как бы скажу, что это, ну, просто ни к чему. Это просто лишняя трата долларов. Даже не то, что лишняя трата, а просто выкинуть их в никуда. Я понимаю, если бы у меня еще что-то не было бы, да, можно было бы как-то рискнуть, как говорится, купить пак и глянуть. Вдруг тебе там выпадет какой-нибудь персонаж. А в моем случае это бесполезно, потому что все есть. Ох, сегодня, ребятушки, знаете что? Картошечку фри делал. Фри. И опять же с курочкой. С моей любимой курочкой. Ну, курицу как я делал? Вначале пожарил картошку фри, а потом сделал курицу. В панировке ее, короче, окунул. Ну, яйцо, мука, панировка. И туда же в кипящее масло. Блин, такая вкуснятина получилась. И еще большой, огромный стакан капучино. Ой, вообще классно. Прям так душевно наелся от пуза, если честно. Потом лег, и так лень было вставать. А ведь знаешь, что надо вставать? На работу же идти. Вот. Я просто на самом деле хотел кимарнуть, но, видишь, полежать почему-то не получилось, поспать. Думаю, ладно, пока не спится, сыграю серию. А потом уже доработки где-то кимарну часик-полтора. Ну, ты думаешь, это мало, а на самом деле, ребят, у нас на работе, да, когда что-то ломается, да, есть 15-20 минут перерыва. И пока ты ждешь, пока это все починят, вот эти 15-20 минут, ребята, очень хорошо помогают. То есть они как бы тебя разгружают, и ты дальше можешь, как говорится, в полную силу работать. Просто иной раз, ну, просто невозможно. Ну, 12 часов пахать, сам понимаешь, да, еще в напряжении. Тяжело, конечно. Так что для меня 15-20 минут это хорошо, а когда часик-полтора, это вообще за радость, ты понимаешь? Просто за радость. Так что вот такие вот дела. Ну что, 48-я позиция. Ребят, мы топчик-то возьмем с вами сегодня. Да-да. Топчик Торопыга будет наш. Сейчас у нас откаты кончились, естественно, придется 10 штук докупить. Но это ничего страшного, абсолютно. А, мы даже, знаешь, что можем сделать? Мы даже можем не покупать, а мы можем с тобой сделать ежедневно. Ну, там, правда, 5 откатов, это получается у нас сколько? 3 поединка.
три поединка, а они нам роли сыграют, если мы с тобой получаем по 10 откатов. Сейчас посмотрим. Так, если сейчас будет 38-е, 36-е. Ну, даже не знаю. Давай посмотрим, ребят. Заберем вначале здесь все эти награды. Хан, что ли, у нас? Точно. Тут выпадает хан. Здесь забираем награду. Дальше пройти серию испытаний. Так, вот эту надо пройти, а то забудем потом. И помнишь, как в какой-то серии давным-давно радостные открываем паки. Я смотрю, а что-то говорю, не 100%-то. А оказывается, я один сундук забыл открыть. В этом, конечно, ничего страшного нету, но, ребят, неприятно. Понимаешь, неприятно, когда проходишь события и где-то что-то пропускаешь. Вот они, змейковьюны, шарханы, шредеры тут стоят, ждут. Так, давай-ка мы, наверное, сделаем... Наверное, все-таки вот этого лучше. На тебе плевок. На тебе гранату. Пумс. Так, наверное, все-таки сделать лучше тройной укус. Чтобы сразу змейковьюна уронить. Здесь проникающим. А ты, гаденыш, выжил? Ха, промахнулся. Мазила. И это тоже промахнулся. Два слепошары тут стоят. Все. Идеальненько. Идеальненько на три звездочки. На три сюрикена, я бы даже так сказал. Так, ну что, мы забираем с тобой здесь награду. И пойдем искать. Значит так, пиццелиции вряд ли, конечно, у нас получится сейчас левел. У нас не хватает пока пиццы. Это пока. А вот у Канаичи... Оу. Да, друзья мои. Раз такое дело, надо прокачивать. Так, 10 катушек с пленкой. Ага. Как же. Держи карман шире, да? Одну нашли. Да вы серьезно? Катушки с пленкой? Это ж... Такая, блин, вшивка, которая должна выпадать нам практически каждый, ну, каждый ролл. А они нифига, видишь. Так, здесь выпадает... Вообще, вот здесь вот выпадает на изи, а вот тут, к сожалению, нет. Ну, по-моему, ребят, все, да? Угу. И 12 автомобильных номеров. Да я, наверное, не буду сейчас полностью искать, ребят. Как бы нет смысла в этом. Ну давай, закрывай уже. Поднять уровень персонажа. Но мы поднимем уровень персонажа, наверное, если успеем. Если успеем пиццелицаму. Но... Что-то мне подсказывает, что не получится рейчик у нас с тобой. Потому что мы не накопим столько мутагена. Вот поэтому и не получится. Ладно, фиг с ним. Давай бомбить дальше. Так, получается, у нас 5 откатов было, да? 2 потратил, еще 3 остаются. Еще 3 остается. Ну как вот тут можно сыграть? Если только через маузеров и кого-то брать в придачу. Но это не вариант. Это, ребята, не вариант в плане того, что для быть нас раскромсают. Если мы возьмем, например, вот этот отряд, к примеру. Не знаю, рискую очень сильно. Сейчас посмотрим, что получится из этого всего. Просто у них инициатива сейчас будет больше, и они, ребята, после этого хода будут ходить. Ой, а мы только магман уронили. Естественно, этот хильнет, этот еще бомбу бросит. Хотя... Давай рискнем. Вау! Все мои ожидания превзойдены, ребята, потому что я не ожидал, что Шредер вырубит их.
Да ладно, вы хотите сказать, что мне не хватит буквально чуть-чуть? Мне придется, блин, 10 откатов покупать? Серьезно? Блин, горелый, а? Ну как так-то? Ну как так-то? Хотя, ребята, можно, в принципе, и не покупать. Мы с тобой займем там где-то, ну, может быть, сейчас будет 5-6 позиция. В принципе, фиг с ним, с этим топчиком, все равно нас сбросят. Главное, что мы с тобой очень далеко зашли в Лигу Мастеров 3 звезды. То есть в таблице лидеров, так скажем, да. И можно не бояться, что нас скинут до завтрашнего дня в Лигу Сёгунов. То есть просто сидим здесь и кайфуем. Ох, хо-хо, это просто подарок судьбы, ребят, вообще топово. Мы залетели с тобой туда, на первое место, то есть в топчик, как и хотел я. Теперь ищем... Подожди, куда ты пошел-то? Теперь ищем Эйприл. Поднимаем уровень. И забираем здесь награды. Так, теперь заходим вот сюда. Да не сюда, ё-моё. Вот сюда и вот сюда. Поехали. Попробуем разобраться. Естественно, ребята, будем фармить элементы, нужные нам. Так, тут будет три волны. Да ладно, Тимати, ты какого лешего выживаешь? Стоят буржуйчики, да? Ловите плюшку. Ай, красота. Молодец, Джастин. Хоть не подвел меня, хоть где-то меня не подвел Джастин. Так, давай валун. Хоба. Полежи, отдохни, парень. Тебе полезно. Ну что? Снаряжение союзники — это хорошо, но мне-то надо... Ой. Мне-то сам знать, что надо сделать. Доллары. Микроскопы. Ноутбуки. Ну хорош, выпендриваться. Давай, мне не нужны жетон твои. Снаряжение. И последнее. Эксперт снаряжения, дай. Ну это, ребята, вот это нарочно не придумаешь. Ну не дали они мне эксперт снаряжения. Причем здесь, ребята, почему-то закрыто у нас. Ежедневки. Очень интересно. Ну что, дорогие друзья, давайте на сегодня будем закругляться. Завтра мы уже обязательно встречаемся на бусте. Я имею в виду на ускоренной игре. Либо же на запоздавшей игре. Там два варианта. Третьего не дано. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.